Газета «Гардиан» рассказала, зачем Соединенные Штаты решили закрыть свои консульства и посольства в Северной Африке и на Ближнем Востоке. Дело в том, что Интерпол объявил об угрозе террористов. Повод – массовые побеги из тюрем. Только за прошлый месяц было 9 случаев, в том числе в Ливии, Ираке и Пакистане. В результате на свободе оказались сотни террористов. Напомним, в ближайшее воскресенье США закроют свои посольства в 11 странах, в том числе Израиле, Саудовской Аравии, Катаре, Йемене и Ливии. Нападение может быть ночью на 4 августа, когда мусульмане отмечают ночь могущества и предопределения, самую важную ночь Рамадана. Вслед за Штатами посольство в Йемене закрыли Франция и Великобритания. Это угроза, связанная с Аль-Каидой. Намерения вполне ясны. Они направлены не просто против США, но против всего Запада. Мы расцениваем угрозу как серьезную.